Здравия желаю. Продолжаем, значит, делать БТГ в том же духе, несмотря на происки империалистов, американских рептилий всяких. Сейчас уже сделали вот БТГ на 194, видите? О, блин. 194 вольта. Лампочка на 10 ваттня. Флуоресцент. Вот она. То есть светит ярко довольно. Так. И также мы замеряем. Как рептилоид говорил, на одном проводе мерить. Вот мы и мерим на одном. Вот видите, ноль. На одном ноль. Вот на втором. На втором тоже ноль. Так, а вот провод в одной тоже, вот в одной, то же самое, ноль. Значит, потребления нет. Почему потребления нет? Потому что сила тока уравновешена. Чтобы было потребление, нужно, чтобы более, значит, быстрое, более горячее проходило. То есть разность потенциалов, а тут ее нету. Почему нету? Да потому что ток поступает, а ток обратный с лампочки, которая идет, которая отрицается рептилоидами, он выравнивает. Становится ноль. Счетчик стоит. И тут ноль. А что еще вам нужно? А дальше будем наращивать обороты. Для этого надо запчасти, я говорил. Помощь народа, чтобы оказывалось. То на этой базе можно создавать. На базе, значит, выравниванного тока можно создавать. И мощные системы, также применяя ротовертер, я показывал, инерциоид, и другие системы. То есть все, что я до этого говорил 3 года, это все верно оказалось. Все правильно. Рептилоиды спутывали, мозги дурили. Поэтому, люди, не слушайте, делайте. Я показал, как что делать. Делайте, занимайтесь. Сейчас я покажу схемку. По-моему, тут схема проще простого. Проще простого. В чем вопрос-то? Вот лампочка. 10 ватт. 10 ватт. Так. От нее идет 2 провода. Это переменный ток. Фазой 0. Видите, АС ин, АС вход, АС аут туда заходит. Значит, устройство повышающее. Типа диммера, только мощное, на 200 ватт. Вот оно. В него заходит, значит, ток сети. Вот сеть. Чтобы было это автономно, я же говорил, нужно батареи. И инвертор. Сейчас вот мне даже закрыли, вот жду, когда Яндекс откроет опять. Там есть какие-то копейки. Инвертор там стоит маленький, у меня мощный, надо слабый, чтобы не жрал много.
И тогда все получится. Также в инвертор вставим, батарейка, инвертор будет вместе с сети. И будет также гореть. То есть это БТГ. Мощность его низкая. Не по моей вине. Потому что нет помощи от правителей. И от народа тоже. От общественности. Хотя понятно, что все бабло забирают правители, делилы. А делят так, что, значит, народу остаются одни, значит, как говорится, крохи и то в долг. Не выделяют ни на науку, ни на технику, никуда. Поэтому тут людей винить нельзя. Людей и так обобрали, это я понимаю. Всех обобрали вот и до. То есть вот она. Понижайка вот. Или диммер на 200 ватт. Вход, вот он, вход. Фаза L, фаза N, 0. Выход. 0, L фаза. Все. 4 провода, тут ничего не попутаете. Удобно есть ручка. И вот это, регулируйте это самое напряжение по нему. Вот на 194 она не сматывает. И не потребляет тока, показывает, значит, и счетчик мой. Хотя счетчик надежный. И показывает, значит, клещи электрические на переменный ток. Тут переменный ток, он говорил постоянно. Это переменный ток. 194 вольта. Сегодня я провел кое-какие замеры, сейчас покажу. Тут тоже, видите, что получается. Расход. Значит, видите как, расход вот на 24 вольта подставил лампочку, 220 замерял. Расход по счетчику 32 ватта. А если считать, значит, по клещам, 3,64 ватта. Вернее, неправильно, по счетчику 19 ватт, а так всего 3,5. А это что значит? Не поняли, что значит? Это значит, что этот счетчик у меня тоже левый, рептилоидский, но я его все равно приручил. Он еще хуже этих клещей, рептилоидский счетчик. То есть он считает и активку, и реактивку, видите? То есть всего берет 3,5 ватт. Это активку, которую считают клещи. А счетчик считает 19, то есть видите, получается где-то 15 ватт. Ну не с такой лампочки, а вот с такой, с накаливания. 15 ватт, когда на 24 ее поставить. 15 ватт это обратный ток. Мы его можем использовать, ну вот как я показал, на панель, на вот это вот, приспособить. То есть он будет нагревать своим теплом и светом, нагревать солнечную панель побольше. И у нас получается БТГ, вот как здесь, видите, это БТГ, вот оно. Лампочки, ну это я показывал. 5 лампочек на 12 вольт, значит, 7 ватт каждая. И панелька маленькая, и выходит, значит, отсюда ток. Дальше. В 60 ватт, когда ставишь лампочку. По счетчику 44 ватта нагоняет, видите? А по амперам 6 ватт. То есть 60 ватт, еще больше обратный ток. Видите, 60 ватт уже, 44 ватта, то есть, смотрите как, 44 разделим на 6, уже в 7 раз, то есть, уже КПД здесь 700, вот этой лампочки КПД 700 уже, если на 60 ватт. Дальше. При 110 вольтах. При 110 вот здесь подставил, 110, значит. 30 ватт.
А по счетчику показывают 57. Видите как? Тоже вдвойне. Ну вот это здесь, это я потом сделаю обзор. Тут надо будет тоже подогнать. Сейчас не будем на этом. Сейчас вот это БТГ, еще одно БТГ. Еще раз показываю, тут не поняли. Вот, значит, 194 вольта выход, лампочка 10 ватт. Вот она светит. Довольно ярко. Так. Счетчик стоит. Ну, замер, замер. Так. Здесь меряем один провод. Ноль. Видите, ноль. Здесь тоже меряем один провод. Тоже ноль. Второй меряем. Тоже ноль. То есть БТГ, натуральный БТГ. Осталось только, как говорится, купить кое-что, чтобы сделать ее автономной. Чего надо еще им? Средства давайте. Средств, чтобы сделать мощно это все, а не только на лампочках.